Меня зовут Андрей. Вчера я очень долго катался на лыжах и санках. Было очень здорово и весело. Мы провели на свежем воздухе целый день. Когда я пришел домой, мне было очень жарко. Я был весь мокрым. Я выпил воды, все равно жарко. Выпил чаю, все равно жарко. Тогда я съел мороженое, оно было очень холодное, и мне стало хорошо. Но утром я почувствовала себя плохо. У меня болела голова, болело горло, температура была 38. Я понял, что я заболел. Я позвонил на работу и сказал, что я заболел. Мои коллеги сказали мне: выздоравливай быстрее. Я сказал спасибо и вызвал врача. Днем пришел врач и спросил, что случилось, что у вас болит. Я сказал, что у меня болит голова, болит горло и вообще все, и руки, и ноги. Врач сказал: откройте рот. Так, горло очень красное, у вас ангина. И выписал рецепт. Потом объяснил: эти таблетки принимать 3 раза в день после еды, эти 2 раза в день после еды. И добавил: пейте больше воды, чая и больше спите. «Спасибо, доктор», – сказал я, и мне стало грустно. Вчера все было так хорошо, я катался на лыжах и чувствовал себя прекрасно. А сегодня все так плохо, я болею, не пошел на работу, нужно пить таблетки. Никогда больше не буду есть мороженое. А вы часто болеете? Time to practice. Listen and repeat. Меня зовут Андрей. Меня зовут Андрей. Вчера я очень долго катался на лыжах и санках. В
Вчера я очень долго катался на лыжах и санках. Было очень здорово и весело. Было очень здорово и весело. Мы провели на свежем воздухе целый день. Мы провели на свежем воздухе целый день. Когда я пришел домой, мне было очень жарко. Я был весь мокрым. Когда я пришел домой, мне было очень жарко. Я был весь мокрым. Я выпил воды, все равно жарко. Я выпил воды, все равно жарко. Выпил чаю, все равно жарко. Выпил чаю, все равно жарко. Тогда я съел мороженое, оно было очень холодное, и мне стало хорошо. Тогда я съел мороженое, оно было очень холодное, и мне стало хорошо. Но утром я почувствовала себя плохо. У меня болела голова, болело горло, температура была 38. Но утром я почувствовала себя плохо. У меня болела голова, болело горло, температура была 38. Я понял, что я заболел. Я понял, что я заболел. Я позвонил на работу и сказал, что я заболел. Я позвонил на работу и сказал, что я заболел. Мои коллеги сказали мне: «Выздоравливай быстрее». Мои коллеги сказали мне: «Выздоравливай быстрее». Я сказал спасибо и вызвал врача. Я сказал спасибо и вызвал врача. Днем пришел врач и спросил, что случилось, что у вас болит. Днем пришел врач и спросил, что случилось, что у вас болит. Я сказал, что у меня болит голова, болит горло и вообще все, и руки, и ноги. Я сказал, что у меня болит голова, болит горло и вообще все, и руки, и ноги.
Врач сказал, откройте рот. Так, горло очень красное. У вас ангина. Врач сказал, откройте рот. Так, горло очень красное. У вас ангина. И выписал рецепт. И выписал рецепт. Потом объяснил, эти таблетки принимать 3 раза в день после еды. Эти 2 раза в день после еды. Потом объяснил, эти таблетки принимать 3 раза в день после еды. Эти 2 раза в день после еды. И добавил, пейте больше воды, чая и больше спите. И добавил, пейте больше воды, чая и больше спите. Спасибо, доктор, сказал я, и мне стало грустно. Спасибо, доктор, сказал я, и мне стало грустно. Вчера все было так хорошо, я катался на лыжах и чувствовал себя прекрасно. Вчера все было так хорошо, я катался на лыжах и чувствовал себя прекрасно. А сегодня все так плохо, я болею, не пошел на работу, нужно пить таблетки. А сегодня все так плохо, я болею, не пошел на работу, нужно пить таблетки. Никогда больше не буду есть мороженое. Никогда больше не буду есть мороженое. А вы часто болеете? А вы часто болеете? Listen to the story one more time. Меня зовут Андрей. Вчера я очень долго катался на лыжах и санках. Было очень здорово и весело. Мы провели на свежем воздухе целый день. Когда я пришел домой, мне было очень жарко. Я был весь мокрым. Я выпил воды, все равно жарко. Выпил чаю, все равно жарко. Тогда я съел мороженое, оно было очень холодное, и мне стало хорошо. Но утром я почувствовала себя плохо. У меня болела голова,
болело горло, температура была 38. Я понял, что я заболел. Я позвонил на работу и сказал, что я заболел. Мои коллеги сказали мне: «Выздоравливай быстрее». Я сказал спасибо и вызвал врача. Днем пришел врач и спросил, что случилось, что у вас болит. Я сказал, что у меня болит голова, болит горло и вообще все, и руки, и ноги. Врач сказал: «Откройте рот». Так, горло очень красное. У вас ангина. И выписал рецепт. Потом объяснил: эти таблетки принимать 3 раза в день после еды. Эти 2 раза в день после еды. И добавил: пейте больше воды, чая и больше спите. Спасибо, доктор, сказал я, и мне стало грустно. Вчера все было так хорошо, я катался на лыжах и чувствовал себя прекрасно. А сегодня все так плохо, я болею, не пошел на работу, нужно пить таблетки. Никогда больше не буду есть мороженое. А вы часто болеете? If you want more videos like this, click the like button and make sure that you are subscribed to our channel.